Может быть, но она, как вы сказали, начата, видимо, была, и начата была благотворителями. Поэтому, когда очень чувствительная, такая тонкая сфера, и вы знаете, мы всегда поддерживаем эти начинания. Совсем недавно я вручал государственную награду одному из священников, который сделал это целью своей жизни и работает по этому направлению активно. И государство тоже работает. Но если благотворители берутся за что-то, они, когда берутся, они должны знать, чем они закончат. И это очень важно. Это в любой сфере так. Если ты за что-то взялся, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Так у нас в России говорят, правда? Но потом не оборачивайся и не апеллируй к тем, кто как бы напрямую не связан вот с данным конкретным случаем. Но по большому счету, конечно, нужно обратить на это больше внимания. Я очень рассчитываю, что после того, как мы с вами поговорим, и ваши коллеги, ну и вы, собственно, это Первый канал, да, дадите это в эфир, что рассчитываю, что и городские власти обратят на это внимание. Так же, как и в других субъектах Российской Федерации.